паркет, английская елка в двухэтажной квартире. Пойдемте покажу, как это выглядит. Сейчас выполняется параллельная работа еще с мастерами, которые встраивают бытовую технику. Встраиваем бытовую технику. Сейчас это вот кухонная зона. Здесь получается паркет, промыкание с кухонной зоны через пробковый компенсатор. Сделан он в цвет основного паркета. Сейчас как раз вот наш мастер работает, устанавливает вот такие пробковые компенсаторы, конвектора по периметру. Вот он их уже везде установил. Их нужно будет сейчас отшлифовать, подрезать, чтобы они были вроде. А пока мастер работает, покажу, как уложили паркет в остальных помещениях. Здесь в этом помещении полностью уложен. И в этом помещении он полностью уложен. Также в этом помещении будет отдельный санузел. Примыкание к санузлу будет выполнено через пробковый компенсатор. Вот сюда вот. В этот технологический зазор. Вот сюда будет она установлена в будущем. Также хочу обратить ваше внимание на то, что когда идут параллельные работы, вот на таких, да, классных, дорогих объектах, зачастую приходится ставить тяжелое оборудование на пол, на паркет, и взаимодействовать с ним. И, как правило, ребята знающие, ребята уже, которые давно работают, специальные укрывные материалы берут, стелят и работают на них. Но иногда бывает, когда вот как на этой стремянке, что не везде ты будешь таскать этот укрывной материал, и решение, такое решение есть, просто замотать скотчем малярным в 10 слоев вокруг, все ножки, да, условно, и работать таким образом. Такое бывает, что даже это не выполняется, и остаются потом на паркете какие-либо царапины. А вот так выглядит лестница на второй этаж. Сейчас она сделана в черновом варианте, то есть уложен только металл. В будущем мы уложим сюда тоже деревянную лестницу. Будет очень классно, красиво выглядеть. И отдельно снимем и укладку, и уже готовый финальный результат. Первый этаж полностью сделан в английской елке. Второй этаж тоже сделан полностью в английской елке. Только я вам не смогу его показать, потому что он уже накрыт укрывным материалом. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, следите за этим объектом. Все ссылки будут здесь, под этим видео.